Обрезков Андрей, 4 класс, лицей 21, город Иваново. Роберт Рождественский, в 44-м. Везет на фронт мальчика товарищ военный врач. Мама моя, мамочка, не гладь меня, не плачь. На мне военная форма. Не гладь меня при других. На мне военная форма. На мне твои сапоги. Не плачь, мне уже 12. Я взрослый почти. Двоятся, двоятся, двоятся рельсовые пути. В кармане моем документы, печать войсковая строга. В кармане моем документы, по которым я сын полка, прославленного, гвардейского, проверенного в огне. Я еду на фронт, я надеюсь, что Браунинг выдадут мне, что я в атаке не струшу, что время мое пришло. Завидев меня, старухи охают тяжело. Сыночек, солдатик маленький, вот ведь настали дни. Мама моя, мамочка, скорее им все объясни. Скажи, чего это ради они надо мной ревут? Зачем они меня гладят? Зачем сыночком зовут? И что-то шепчут невнятно, и темный суют калач. Россия моя, не надо, не гладь меня, не плачь, не гладь меня. Я просто будущий сын полка, и никакого геройства я не совершил пока. И даже тебе не ясно, что у меня впереди. Двоятся, двоятся, двоятся рельсовые пути. Поезд идет размеренно, покачиваясь нелепо. Длинный и очень медленный, как очередь за хлебом.